Это неделя влогов, вторник. Поехали! Гав-гав, сами собаки. И всем доброе утро. Прибираем кроватку. Готово. Берем то, что нам надо. Вот это. И идем. Это моя Кеша. Здрасте. Здрасте. Угу, привет. О, яблоко. Надо здесь уже убраться скоро. Ждем кошку. Короче, ребята, я еще и переоделась. Вот. Но это не до конца. Надо еще одеться. Вот. И сейчас мы пойдем в дом умываться. Для начала обуваем все. Потом открываем. Попытка номер два. Обуваем. Выключаем свет. Ой! И идем. О, пас. А, нет, да нет. Типа жарко, блин. Красота. Ребята, сейчас мы умоемся с кошкой, причешемся и переоденемся. Короче, смотрите. Ребята, паук! Наташа, убей, пожалуйста, его! Меня Алина выпугала, я стою, чищу зубы. Она как закричит, убей, пожалуйста, быстрее. А, я прям наскочила, прям на нас побежишь. Да, я тоже так думаю. Все готово. Мы переоделись, мы мылись и причесались. Вот такой вот завтрак, чаек с шоколадкой. Ребята, короче, у нас появилось одно дело, мы сейчас поедем. Да, да. Сейчас поедем закормим курам. Мы отправляемся со мной, мой верный друг, рюкзак. Виталий тоже готов. Ой, господи. Кстати, я не забыла, как его зовут. Сейчас очень страшно. Тормоза-то не работают. О, они в минималках. Без тормозов. Не работают. Теперь мы едем по кочечкам. Въезжаем на обочину. Камни все хуже и хуже. Дырка. Все, окей, все под контролем. Мы в пункте назначения. Ребята, посмотрите, куда мы приехали. Какая красота! Котик Васька. Привет. Яблоки. Нашла, короче, яблоко какое-то хорошее. Попробуем. Нормально. В общем-то, ребята, мы приехали домой. Но сейчас мы опять поедем на центр закупаться продуктами, так как к нам приезжают в гости. И для того, чтобы ехать на центр, надо переодеться. Так что переодеваемся. Так, ну что, я уже переоделась, готова, мы едем. Интересно, я смогу на нем поехать? Не надо на нем ехать. Чем ты на нем едешь? Зачем ты меня снимаешь? Мы приехали на центр, сейчас пойдем в Пятерочку, а потом в Магнит. Мы пришли в Пятерочку. Вот такой вот здесь выбор конфеток. Большой, да, кошка? Короче, в Пятерке ничего. Едем в Магнит. Мы приехали в Магнит. Здесь маленький выбор, короче. Какой чаёк. Чоколадки. Печенечки. Круассанчики. Тортики. Сырки. Но у меня нет столько денег, чтобы все это купить. Взяли мороженое и теперь сидим кушаем. Мы тренд магазин. Мы еще раз приехали в Пятерочку, чтобы закупиться. Мы скупились и теперь едем домой. Ребята, мы приехали домой. И хочется сделать просто так. Локоть отбить. Ну, в общем-то, время-то обеда. Итак, вот что у меня на обед. Это картошечка, немножко сала, вилочка и хлебушек. Я поела, сейчас я буду есть конфетку 35. Короче, сейчас мы поедем с бабушкой на работу в Дерсу. Вы с нами. Встретимся в машине. Итак, я уже в машине. Посмотрите, какой вид.
Мы едем обратно. Класс не продуло. Вам в школу не пойти. Не продуло. Скорее убью. Ага. Ты меня заплетаешь? Да. Машина, по-моему, едет. Нет. Что нет? Сидим, говорим. Снизу сидим. Я сегодня вам расскажу страшную историю. Так реально страшно как. Пока. Пойдем, короче. В общем-то, мы просто пришли помогать Даше закрыть цыплят. Птенчики там сидят. Вон они. Ребята, я уже пришла домой, и мой ужин будет состоять из одного чая, потому что я не особо хочу есть. Итак, вот такой вот у меня ужин. Чаёк и вафельки Артек. Ребята, я нашла лягушку. Какая она страшная. А Наташа, она... А! Что сегодня за день такой? Так, она куда-то убежала, ребят. Вон она. Где? Вот она. Господи, какая она страшная. Нам пришлось отодвинуть стул, чтобы выкинуть эту лягушку. Ну а как я понесу, чтобы она выпрыгнула? Вот она, прекраснейшая смертельная лягушка. Ну, может, конечно, не смертельная, но лягушка. Ну что же, ребята, я умылась, прочесала свои волосики, переоделась. Сейчас пойду спать. Что же, Гав-Гав, с вами была Собакина. Всем пока.